Не так давно на территории республики свою деятельность развернула общественная организация «Крымское землячество Республики Татарстан». В их полномочия входит не только адаптация приезжих на полуостров, но и помощь в организации мероприятий различных уровней. В течение 3 дней делегация общественной палаты из Татарстана присутствовала на территории полуострова, изучая опыт и практику крымских властей. И уже сегодня организация в официальном содружестве с Крымом. Крым, как известно, это многоэтничный регион, и вот в нашу, так сказать, палитру национальностей крымских влилась и эта древняя культура Татарстана. Недавно у нас были представители общественной палаты Татарстана, мы с ними сотрудничаем. В Крыму бывал и президент Татарстана, поэтому мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и будем вместе принимать важные решения для того, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед общественной палатой. Такие отношения позволят решить многие общественно важные дела коллективно. Представители из Татарстана такой ход событий устраивает. С нашей республики, с соседних республик приезжают сюда люди, но отсутствие какой-то культуры, вернее ее представления, каких-то традиций, делает необходимость присутствия на этом рынке. Поэтому мы попросили, чтобы нас тоже включили в какую-то общественную работу по поддержанию нашей культуры, по ее трансляции, по ее коммуникации в массы. Поэтому мы здесь. Соглашение будет способствовать внутренним связям с Республикой Татарстан. Еще один шаг, который поможет закрепить рабочие и дружеские отношения между субъектами федерации. Анна Беляева, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.